Заходите, заходите. А я как раз заканчиваю эту вещь. Хотите посмотреть, как получается? А что это такое? Это? Это приспособление, облегчающее труд морякам. Упрощающее кораблевождение до детской игры. Отныне ребенок сможет вести корабль. Достаточно одной звезды, чтобы определить, где мы находимся. Долой бесконечные вычисления. Вы, видно, очень сильны в математике. Вы где-то учились? К сожалению, нигде. А как вы думаете, для чего я это изобрел? Думаете, для того, чтобы оставить следы на песке времен? Я хочу взять патент, получить за него деньги и предаваться всякому свинству, пока другие работают. Вот моя цель. Да и сама работа над этой штукой мне доставляла радость. Радость творчества. Вероятно, так это у вас называют. Гордость закваски, чувствующей, что она бродит. Почему вы не совершили ничего значительного? Заложенная в вас сила могла бы поднять такого, как вы, на любую высоту, к тому же лишенной совести и нравственных устоев. Вы бы могли себе положить под ноги мир, а я вижу вас вот здесь, в расцвете сил, которые скоро пойдут на убыль. Вы ведете безвестное существование, охотясь на каких-то бедных морских животных, необходимых только для удовлетворения тщеславия женщин, погрязших в свинстве, по вашим же собственным словам. Почему при всей вашей удивительной силе вы не совершили ничего значительного? Хэмп. Знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел на Ниву? Ну-ка, припомните. Иное упало на места каменистые, где было мало земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, его обожгло, и, не имея корней, оно засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния. И задушила его. Вот и все. Что же мне вам еще рассказать? О перенесенных в детстве лишениях? О скудной жизни, когда нечего было есть, кроме рыбы? О моих братьях, которые один за другим выходили в море и больше не возвращались? О том, что я, не умея ни читать, ни писать, десятилетним юнгой плавал на старых каботажных судах? О грубом обращении, когда пинки и побои заменяли слова? А страх, ужас и ненависть — единственное, что питало душу? Хватит.
Я не люблю это вспоминать. Эти воспоминания теперь меня приводят в бешенство. Я до всего дошел сам. А к чему все это? Лишь для того, чтобы в самом расцвете сил, которые скоро пойдут на убыль, как вы соизволили выразиться, стать хозяином этой шхуны? Ха. Какое жалкое достижение, не правда ли? Но история знает рабов, достигших Порфиры. История также отмечает благоприятные обстоятельства, способствующие такому возвышению. Я тоже носился с не менее великими мечтами. И не упустил бы благоприятные возможности. Но они мне так и не представились. Вы пессимист? И оглянулся я на все дела мои, которые делали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. И сердца сынов человеческих исполнены зла, и безумие в сердцах их, жизни их. А после того они отходят к умершим. Вот так, Хэмп. Мудрец, который царил над миром Израиля в Иерусалиме, мыслил так же, как я. Вы считаете меня пессимистом? А разве это не самый черный пессимизм? Всему и всем одно. Глупому и умному, чистому и нечистому, грешнику и святому. Это участь смерть, и оно зло, по его словам. Этот мудрец любил жизнь и, видимо, не хотел умирать, если говорил: кто находится среди живых, тому есть еще надежда. Ибо и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Он предпочитал суету сует, тишине и неподвижности могилы. Так и я. Ползать по земле — это свинство. Но не ползать, быть неподвижным, как прах или камень. Об этом гнусно и думать. Жизнь полна неудовлетворенности. Но ведь еще меньше удовлетворит нас и мысль о предстоящей смерти. Я тоже с этим согласен. Как и вы. Да-да, и вы. Ведь возмутились вы против смерти, когда Кок начал точить нож на вас. Вы побоялись умереть. Вы толковали мне об инстинкте бессмертия, а я об инстинкте жизни. И именно этот инстинкт победил вас. Это вы не станете отрицать. Победил. Когда какой-то сумасшедший Кок начал точить нож на вас. Вы и теперь его боитесь. Этого вы тоже не станете отрицать. А если я сейчас возьму вас за горло, вот так, и стану выжимать из вас жизнь, вот так, то ваш инстинкт бессмертия съежится, а инстинкт жизни вспыхнет, и вы станете бороться, чтобы спастись. Ну что? Я вижу страх смерти в ваших глазах.
борьбе за жизнь вы напрягаете все свои жалкие силенки. О, вы вцепились в мою руку. Лицо побагровело, глаза помутнели. Жить, 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 вопите вы. Вы хотите жить здесь и сейчас, а не потом? Теперь вы уже сомневаетесь в своем бессмертии, а? Вот как. Вы уже не уверены в нем. Вы не хотите рисковать. Только эта жизнь, в которой вы уверены, реально. А мрак смерти наступает, он сгущается вокруг, надвигается на вас. Мой голос доходит до вас слабо, будто издалека. Вы уже не видите моего лица, и все же вы барахтаетесь в моей руке. Вы извиваетесь ужом. Жить, жить, жить! Ну что, убедил я вас? Ваши доводы слишком сильны. Джонсон, ты знаешь, зачем я тебя позвал? И да, и нет, сэр. Свою работу я выполняю исправно. Помощник знает это, да и вы знаете, сэр. Тут не может быть жалоб. Это все? Я знаю, что вы имеете что-то против меня. Я вам не по душе, вы. Ну, дальше. Не бойся задеть мои чувства. Я вам не по душе, потому что уважаю себя. Вот в чем дело, сэр. Джонсон, я слышал, ты взял Робу и, кажется, ею недоволен. Нет, совсем недоволен. Плохая роба, сэр. И ты кричишь везде об этом. Я просто говорю то, что думаю, сэр. Ты знаешь, что бывает с тем, кто говорит такое о моей лавке и обо мне? Знаю. А именно? Да то, что вы и ваш помощник собираетесь со мной сделать. Вы поглядите на него, Хэмп. Поглядите на это жалкое скопление материи. На эту частицу живого праха,
который осмеливается оскорблять меня, которая искренне уверена, что представляет собой какую-то ценность. Вбив в себе в голову ложные понятия права и чести, он готов отстаивать их, несмотря на грозящие ему неприятности. Что вы думаете о нем, Хэмп? Я думаю, что он лучше вас. Его ложные понятия, как вы выражаетесь, свидетельствуют о его благородстве и мужестве. В то время как у вас нет ни морали, ни иллюзий, ни идеалов. Вы нищий. Совершенно верно, Хэмп. Совершенно верно. У меня нет иллюзий, свидетельствующих о благородстве и мужестве. Живая собака лучше мертвого льва, говорю я вместе с Экклезиастом. Когда эта частица жизненной закваски, которую мы называем Джонсон, перестанет ею быть и превратится в прах и тлен, в ней будет не больше благородства, чем у любого праха и тлена. А я буду по-прежнему жить и бушевать. Я воспользуюсь возможностью бушевать и покажу, что происходит с благородством. Смотри. И наблюдай! Это одно из проявлений жизни. Вот тебе случай собрать данные о бессмертии души. Легче, Эрнес. Малый ход. Ну что, нравится? Откройте дверь, Кэм. Thank you.
Что ты боишься? Никто не помешает тебе! Никто! Потому что они все трусы! Я не боюсь тебя! Сволочь! Я ненавижу тебя! Дерьмо ты! Вот ты кто! Дерьмо ты! Убийца! Ненавижу! Ну что ты ругаешься? Постыдился? Первый раз им чистую пищу, с тех пор, как попал на борт. Стряпня Томми всегда давала тухлым жиром. Сегодня наверняка уже появится. Капитан дал ему на поправку всего 3 дня. Смотри, чтобы не было помоев. И грязь я больше не потерплю. И чаще меняй рубашку, а не то я выкупаю тебя. Понял? Господи. Что же это за напасть? Мне тошно становится. Если что, мне все это. Уж я ли не стараюсь жить со всеми в ладу.
Мне всегда, всегда не везло. Некому было послать меня в школу. Некому было покормить меня. Или вытереть мне разбитый нос, когда я был мальчонкой. Разве кто-нибудь заботился обо мне? Ну кто? Как ты? Не огорчайся, Томми. Не унывай, все будет нормально. У тебя еще все впереди, и все наладится. Ты еще многого сможешь добиться. Меня уже не переделать. Меня уже сделали из всяких отбросов. Такие рассуждения хороши для тебя, Хэмп. Ты родился джентльменом. Ты никогда не знал, что значит голод, который грызет твое пустое брюхо. И даже если завтра я проснусь президентом Соединенных Штатов, ты думаешь, я отъемся когда-нибудь за все то время, когда был голодным щенком? Вот. Посмотри. Опять все ребра переломали. Посмотришь. Буду харкать кровью. Ну кто мне возместит все это? Кто? Я спрашиваю. Кто? Бог, что ли? Видно, он здорово не взлюбил меня, когда отправил в плавание по этому проклятому свету. Ah!
Это божья кара, уверяю вас. Кара за его черные дела. Иначе... Иначе что? Иначе Бог только грозится, а дело не делает. Ох, слетит с языка. Бунт будет, уверяю вас. И тогда берите все рифы и держитесь крепче. Я это знаю. Знаю. Быть бунту. Я это чувствую, как такелаж над головой в темную ночь. Они уже замышляют его. Помощник. Где помощник? Не знаю, сэр. Он недавно прошел на бак. Я тоже шел на бак. Но ты верно заметил, что вернулся я с противоположной стороны? Как это могло получиться, а? Вы верно были за бортом, сэр. Может, посмотреть, нет ли его в кубрике? Постой! Ты не найдешь его там. Хэмп, пойдешь со мной, ты мне нужен. Теперь, Хэмп, тише. Оставьте свое тряпье здесь.
Позови ко мне Хэмпа! Вот ведь удалось уйти, а? Да потому что он дьявол! Я же вам говорил! Господи, ну почему ни у кого не нашлось ножа? Господи! Ну и достанется вам завтра, когда он увидит ваши рожи. То, что слушать! Если бы вы меньше мололи языком, да побольше работали руками, ему был бы уже конец. Почему никто из вас не дал мне ножа, когда я просил? Черт бы вас побрал! Трусы! Слюнтяи! И вообще, нам с Джонсоном отвечать за все. Все, заткнитесь все. Я спать буду. Хэм, капитан зовет. Бог хорошо слепил вас. Вы находите? Я тоже так считаю. И часто думаю, к чему это? К чему? Предназначение. Приспособленность. Все в этом теле приспособлено для дела. Эти мускулы созданы для того, чтобы хватать и рвать. Уничтожать все живое, что станет на моем пути. Но у других живых существ тоже есть такие мускулы. И они тоже предназначены для того, чтобы хватать, рвать, уничтожать. И когда они становятся на моем жизненном пути, я хватаю лучше их. Рву лучше. Уничтожаю лучше. В чем тут предназначение? Приспособленность. Больше ничего. В таком случае я вижу перед собой великолепно сложенный организм хищника. И мне трудно спорить с хищником. Хэмп, я в последнее время замечаю, что вы становитесь толковым малым. Как вы знаете, мой помощник Йогасон сегодня вечером отправился кормить с собой рыб. И я остался без помощника. Отныне вы будете стоять на вахте. Будете получать $75 в месяц, и всем будет приказано называть вас мистер Ван Вейден. Но я ничего не смыслю в навигации. А этого и не требуется. Я вовсе не стремлюсь к такому высокому посту. Жизнь моя в моем теперешнем скромном положении и так достаточно подвержены всевозможным превратностям. И кроме того, у меня нет опыта. Посредственные, знаете ли, тоже имеют свои преимущества. Хватит, Эм. Этот вопрос уже решен. Да не хочу я быть помощником на этом дьявольском корабле. Доброй ночи, мистер Ван Вейден. Доброй ночи, сэр.
сказал бы. Мистер Ван Вейден, будьте добры лечь на правый галс. Стянуть Фока гикошкоты. Гикошкоты перенести. Топсель галсы перенести. Фока гикошкот выбрать и крутить поворот. Держись. Иди команду. Мистер Вейден. Yeah!
Убей меня. Нам все равно не жить вдвоем на корабле. Что я когда-нибудь убью тебя. А тебе, Джонсон, так осточертеет жизнь, что ты сам выбросишься за борт, не дожидаясь, чтобы я тебя убил. Помни мое слово. Наверное, хотите узнать, почему я не убиваю этого лича и не кладу конец всей этой комедии. Мне кажется, вы испытываете какое-то звериное удовольствие. Разумеется. Жизнь получает особую остроту, когда она висит на волоске. Человек по природе игрок, а жизнь – самая крупная его ставка. Чем больше риск, тем острее ощущение. Зачем мне отказывать себе в удовольствии доводить лича до белого коленя? Этим я ему не окажу услугу. Мы оба испытываем весьма сильные ощущения. У него жизнь богаче, чем у любого матроса на баке, хотя он этого не осознает. Он имеет то, чего у них нет, цель, поглощающую его. Он стремится меня убить и искренне надеется, что этому удастся. Но ведь это же низость. Низость. Все преимущества на вашей стороне. Кто из нас двоих, вы или я, более низок? Попадая в неприятное положение, вы вступаете в компромисс со своей совестью. Если бы вы были действительно на высоте и оставались верны себе, вы должны были бы объединиться с Личем и Джонсоном. Но вы боитесь. Вы хотите жить, чего бы это ни стоило. Влачите презренное существование. Изменяйте своим идеалам. Грешите против своей жалкой морали. Если есть ад, то прямым путем ведете свою душу туда.
Бегите, Лич. Бегите вместе с Джонсоном. С этого чертова корабля. Это бесполезно. Я помогу вам. Спасибо. Спасибо. Вы, мистер Ван Уэйден, добрый человек. Но это все. Наша песенка спета. Вы нам помочь ничем не сможете, только себе навредить. Я вас хочу попросить кое о чем. Если вам все-таки повезет, и вы окажетесь во Фриско, очень прошу, разыщите Матта Маккарти. Это мой старик, он сапожник, живет на горе за пекарней Мефера. Ну, там его все знают, вы без труда его найдете. Вы разыщите его, расскажите ему. Скажите, что я не хотел его огорчать. Я жалею о том, что так все. И еще. Скажите ему еще так. Да хранит тебя Бог. Лич, мы все вернемся в Сан-Франциско. И вместе пойдем повидать старика Маккарти. Хорошо, как бы так. Хорошо. Но я в это не верю. Эта сволочь все равно прибьет меня. Да лучше уж поскорее бы. Скоро охота, Лич. Капитану будет не до тебя. Спасибо вам. Удачи вам. Удачи. Магридж! Да, сэр. Сегодня праздник, начало охоты. Ребята будут веселиться, много есть и пить. Выставь на палубу ящики с виски. Есть, сэр.
Черту сигнальщик! Сегодня праздник! Если у кого-нибудь будет охота налететь на нас, то мы все равно не сможем свернуть в сторону. Ступайте все спать! Взяли шлюпку номер 3, сэр. Еще пропали анкерки с водой и провизия. Мистер Ван Вейден, извольте поставить парус. А вы ступайте на салинг! И осматривайте море! Что-нибудь случилось, сэр? Случилось. И сдается мне, что вы об этом знали раньше остальных. Да, это мы мчимся. Вест, Норд-Вест, мистер Ван Вейден. Что скажешь, Луис? Ветер свежий, но неровный, мистер Ван Вейден. Легче будет найти иголку в стоге сена, чем крошечную шлюпку. Волк будет стараться выжать из шхуны все, что возможно, и отрезать лича Джонсона от суши. С вами, мистер Ван Вейден. Вы готовы наброситься на меня и сожрать? Посмотрите, кто там на корме.